После бурных новогодних праздников многие из нас приходят к выводу – пора задуматься о здоровье. Как совместить приятное с полезным? Конечно, сходить на массаж. Он оказывает оздоровительный эффект на организм, помогает улучшить кровообращение. Массаж незаменим при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, снимает мышечные спазмы, лечит остеохондроз. Вообще, грамотный массажист способен не только облегчить симптомы, но и напрямую повлиять на выздоровление. Особенно положительно массаж скажется на самочувствии пациентов, ведущих малоподвижный образ жизни и имеющих сидячую работу. То есть у нас человек может прийти, ну, допустим, возьмем, если остеохондроз, лечить спину, и мы можем сделать ему сразу комплекс мероприятий. Мы делаем ему массаж, он сразу переходит к нам в следующую кабиночку, мы делаем ему магнитолазер. Ну, это, опять же, все по назначению врача. Амплипульс – это лечение током, которое благотворно воздействует на связки, мышцы человека, тем самым, ну, обеспечивает лечебный эффект. Также у нас в кабинете существует магнитолазерное оборудование, которое за короткое время дает отличный эффект пациенту. И пациенты могут быть разного возраста. Мы лечим, так скажем, от остеохондроза до артритов, артрозов. Основное действие магнитолазерной терапии – быстро и качественно снимает отек, убирает острый период, улучшает микроциркуляцию. Ну а для девушек после праздников важно восстановить фигуру. Для этого в мастерской здоровья предлагают антицеллюлитный массаж и прессотерапию. Забавные шорты и штаны, которые используют для прессотерапии, дают поразительный результат. И эффект от процедур не заставит себя ждать. Цены демократичные, время удобное для вас. Индивидуальный подход к каждому пациенту – это главный принцип медперсонала мастерской здоровья. Кстати, лечебные виды массажа здесь применяются лишь по назначению врача, а вот расслабляющие, антицеллюлитные и некоторые другие – по желанию пациента. Кабинет восстановительного лечения имеет все необходимые лицензии, так что за профессионализм сотрудников беспокоиться не приходится. Мастерская здоровья находится по адресу улица Тернавская, 38, пристройка к 28-й школе.